Это моя гимназия. Гимназия имени легендарного геолога Фармана Курбановича Салманова. Старейшее учебное заведение Сургута. Мы салмановцы, это значит, нас большие свершения ждут. И решать нам такие задачи, чтоб прославился наш Сургут. Так давайте все дружно скажем, начиная свой счет вести. Юбилеем гимназия наша, нам отныне с тобой по пути. 50 лет прошло с того дня, как в ее стенах прозвенел первый звонок, и она распахнула двери своим первым ученикам. Юбилей гимназии – это не праздник здания, это праздник всех нас. Ведь гимназия – это мы, ее ученики, наши родители, это учителя и обслуживающий персонал, работающий здесь, ветераны, кто отдал гимназии годы своей педагогической деятельности. Гимназия – это второй дом для любого ребенка. Ведь в ней он проводит очень много времени, в течение 11 лет. Каждый день гимназисты спешат на уроки, чтобы больше узнать обо всем, что их окружает. Здесь у них появляются верные друзья, любимые учителя. Они постигают азы наук и учатся взрослой жизни. Чтобы дети всегда чувствовали себя комфортно, здесь созданы прекрасные условия и для учебы, и для отдыха, и для занятий дополнительным образованием. В гимназии дети развиваются, получают различные навыки и компетенции во многих сферах. Одним словом, гимназия для них родной уголок. Гимназия запоминает каждого из нас, взъерошенных и аккуратных, шумных и застенчивых, грустных и веселых. Школьные годы – это начало всех начал. Наша гимназия всегда шла в ногу со временем, и какие бы задачи перед ней ни ставились, достойно справлялась с ними. Сегодня гимназия – это 48 классов комплектов. Общая численность учащихся и воспитанников дошкольного отделения составляет 1548 человек. 126 учителей и педагогов дополнительного образования – это 3 современных здания, специализированные кабинеты и лаборантские. 2 бассейна, 4 спортивных зала и тренажерный зал, 2 зала хореографии, 2 актовых зала на 200 посадочных мест, 2 библиотеки с читальными залами, кабинет робототехники. 90% учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками. У каждого поколения гимназии есть свои достоинства, но есть общая гордость – это наши выпускники. Более 2000 учеников вышли из стен гимназии, поступили в вузы нашей страны и уверенно идут к своей цели. И пока есть наша гимназия, мы с вами всегда будем нужными, молодыми, полными энергии и стремления к саморазвитию. Гимназия – это большой многоцветный мир, где вместе живут и творят люди разных поколений, характеров, талантов. Но есть в этом мире люди особые, те, кто формирует будущее. Те, от кого зависит, насколько легко найдет свой путь в жизни каждый ученик. Те, кто ни на минуту не забывает о своей миссии. Те, кто вселяет веру и уверенность ребятам в воплощении их самых дерзких идей и проектов в новом 21 веке. Это наши учителя. Роль учитель всегда была важнейшей как в системе образования, так и в жизни каждого человека. От учителя зависит то, каким увидит его ученик окружающий мир, с какими знаниями они войдут в этот мир после получения аттестата. Учитель помогает каждому ученику раскрыть свои способности, развить свой творческий потенциал, стать личностью и достойным гражданином своей страны. В нашей гимназии работает много замечательных учителей. Чтобы еще раз отметить лучших и поблагодарить за их нелегкий и интересный труд, была придумана профессиональная премия «Признание».